зовут Кристина, в НЦЗД, в отделении дерматологии я лежу 4-й раз. И каждый раз, когда я собираюсь в поездку сюда, то есть собираюсь с такой теплотой, как будто вот я навещаю свою семью. Здесь очень хорошие врачи. То есть также я хотела бы выразить благодарность своему лечащему врачу Епишеву Роману Владимировичу. В течение 2 лет он помогает мне бороться с моей болезнью, алопецией. И то есть благодаря всем его назначениям я их выполняю, и у меня, то есть, очень хороший результат. То есть так, иду на поправку, можно сказать. Также я хотела бы сказать всем врачам НЦЗД. В НЦЗД работают самые лучшие специалисты. Дети мира, замки возьмитесь, шар земной обнять, под силу вам волю на земле остановите. Мир подвластен детским голосам, милые мальчишки и девчонки, научите взрослых мира жить. Детские, прекрасные ручонки, постарайтесь мирно сохранить. Сейчас вы увидели выступление моего сына. Я рада и счастлива, что он может учить запоминать стихи, рассказывать их так талантливо. И за все это я благодарна сотрудникам НЦЗД. Такая опека и забота со стороны центра, со стороны лечащего врача и всего отделения гастроэнтерологии НЦЗД, что мы смогли выходить нашего ребенка, можем учиться, развиваться, расти. И это огромное для нас счастье. Спасибо вам большое за это. Да чего же мы несчастные царевны на законах, запрещается любить в царских семьях. Уж таков порядок древний по расчету, надо замуж выходить. А не хочу по расчету, а я по любви хочу свободу, свободу. Мне дайте свободу, я птицею высу лечу. Нам царевна, чуть приходится мне воли пропадают. Молодые годы зря нам все время, надо думать о престоле исполняя волю батюшки царя. А я не хочу под пустой, а я по любви хочу. На волю хочу я на волю, я птицею высу лечу. Я бы хотел сказать спасибо всем врачам и руководству научного центра здоровья детей за то, что лечат меня здесь. Благодарю за все. К Дню защиты детей хотелось бы сказать огромное спасибо всему руководству научного центра здоровья детей. Огромное спасибо за оказанную помощь. Мы столько лет здесь лечимся, и я не представляю, что бы было бы, если бы не наша больница. Тетрадка Елена Степановна. На Анну Петровну в обиде, за что она 2 поставила Вите. Не взялся решать пару нудных задачек, зато он фломастером вывел собачек. Отсутствует в центре окружности точка. Зато улыбается котик с листочка, и рядом с ним мышонок хохочет счастливо. Оценка поставлена несправедливо. Не обижайте малышей, в защиту детства выступайте. И никогда своих детей не бейте и не унижайте. Никто не знает, что за жизнь
и готова нас судьбой. Мы в силах детство подарить, и смех, и радость, и покой. Пусть дети всей земли большой защиту день объединятся, чтоб жить единою гурьбой, мечтать, учиться, улыбаться. Уронили мельку на пол, оставали мельку. Папу, я одно его не брожу, потому что он хороший. Я Даша, мне 6 лет, из города Темрюк. Сейчас я расскажу стихотворение, которое называется «Я выросла». Мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю, соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой, ничего, что он хромой. А медведь измазан сильно, куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Мне паровоз отдать Сереже, он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарю. Вот уже много лет мы лечимся в этом центре по нашему тяжелому заболеванию ревматоидному артриту со своей дочкой. И хочу выразить слова благодарности всем врачам, всем докторам нашего отделения, медперсоналу за их чуткое отношение, за их профессионализм. Большое им спасибо за все, за весь их труд. У каждого на свете должны быть папа с мамой. У тех, кто всех послушный, и непослушных самых. У каждого на свете должны быть братья, сестры, чтоб жизнь была веселой и от улыбок пестрой. У каждого на свете детишек, птиц, зверей должны быть те, кто дорог, родимая семья. У каждого на свете должны быть папа с мамой, семья, большое счастье, подарок самый-самый. Я маленькая, я девочка, я в садик не хожу. Купите мне сандалики, я замуж хожу. А еще про огуречек давай. Огуречек. Огуречек не хватит. Не на тот конечек. А Мишка же тебя кость отрежет. Хочу сказать спасибо огромное центру за то, что мой ребенок, я сейчас находимся здесь, получаем отличное лечение. Ребенок непростой, с буллезным эпидермолизом. Центр единственный в России, который занимается такими детьми. Медперсонал, понимание, все на высшем уровне. Все, что мама желает для своего ребенка, все врачи наши стараются сделать. Спасибо огромное центру и всем, кто здесь работает.